У нас камешки. Дети насобирали сами себе камешки, чтобы потом с ними играться. А ну рассказывай, что это такое? Какой у тебя классный замок получается. Это не замок, это домик. Домик? Да. Класс. Вообще крепость целая, а не домик. А вот это что такое? Это да. Бассейн. Бассейн? Да, заходишь и прыгаешь. Если жаркое солнце, то можешь прыгнуть в бассейн. Класс. Она просто сказка. Вода в бассейне холодная. Для того она сделана, чтобы играть или когда жарко, можно стрибнуть. Прыгнуть. Угу. Ты так будешь по кругу, да, камешками обкладывать? Да. То, что у меня больше нет. Ну, покажи, какими игрушками потом ты там будешь играться. Кем ты это будешь? А, я найду. У тебя двери, да? Да. Я буду разные звери еще. Классно. Коты будут, собаки во дворе. Классно.